Всем привет! В очередной раз наша команда выбралась на вылазку, так сказать. Едем в Стерлитамак на концерт. Я надеюсь, что будет очень круто. Ребят, мы приехали на Ковчег Урала. Сейчас вон наша команда вся в сборе, уже собираемся. Здорово! Привет! Обана! Обана, привет! Здорово! Всем. Вот наша команда, наша крутая панда. По коням. Подождите, по коням. Подъезжаем к Кобзакову. Оксана еще снимает тут параллельно. Свой фильм. Снимает. Иди его там снимай. А я запоминаю. Ты явно его бесишь. Парень, нужно сделать. Очередное включение. Трасса Магнитогорск-Стерлитамак. Едем. Уже устали все. Едем что-то далеко куда-то все. Вот наши ребята впереди. Вот, осталось всего чуть-чуть. Километров 100. Скоро мы будем на месте, будем готовиться к концерту, погуляем, обоснуемся, и все будет круто. Все, приехали в Стерлитамак, сейчас будем заселяться, едем на квартиру. Все, мы добрались до квартиры, пойдем выгружаться. Заносить вещи. Вот и наши ребята тоже там выгружают все. Ну что, квартира хорошенькая. Берем. Чистенькая. Классно. Все, места всем нам хватит. Все уютненько, классно. Вон Саня разбирает уже там вещички. Это кухня. Кухня. Ну, кухня нормально все. Вообще отлично. Вообще супер. Wi-Fi есть. Это хорошо, Wi-Fi. Wi-Fi не может. Wi-Fi не может не есть. Так, все. Разбираем вещи. Димка разминается, как обычно. Кирилл тоже разминается, как обычно. А я как обычно больше, чем готов. Нет, тут круто. Вот мы приехали на квартиру, концерт окончен. Все. Все уже отдыхают, переоделись. Сладкая парочка. Привет. Привет. Все, я умираю сегодня. Да, все хорошо, но артист... Артист, он... Такая профессия, что не важно, болеешь ты, не болеешь, болит у тебя живот, не болит, ты всегда должен быть в форме и улыбаться зрителям.
Вот. Да. Правильно. А потом уже, вот когда ты уже все снял, ты можешь ходить такой кислый-кислый, умирать и все, и жалейте меня, пожалуйста, мне плохо. Все круто. Идем дальше. Здравствуйте. Сегодня у нас в меню тушеные помидоры для вегетарианцев. Салат. Копченая рыба какая-то. Какая-то вкусненькая. И крылышки. Ну, это для мясоедов. Это для мясоедов. Да. Проснулись, собрались и поехали. В добрый путь, ребята, поедем домой. Оксана пьет кофе. Вкусненький. Только все, готовы ехать? Готовы. Дорога. Вот. О, поезд помчался.